Итак, привет, мои хорошие малышки, взрослые женщины, если такие у меня есть, и парни. Всем привет! С вами Селена Свей, и сегодня я расскажу вам об уходе за лицом. Первое, что я хочу сказать, что уход за лицом – это важная вещь. В том смысле, что понятно, что мы можем ухаживать, и все, красота и так далее, но здоровье прежде всего. И вот то, что сейчас вы видите на моем лице, да, ну, как бы я думаю, все хорошо, если видно, да, ну, за исключением там самых маленьких моментов, которые вообще без них не включено. У нас, как после фотошопа, лицо, конечно, не будет с вами. Самое главное – это питание. Вот в Москве, когда я жила, воздух, питание было, то есть постоянно там где-нибудь перекусы такие, то есть я ела совершенно, ну, нездоровую еду и ела все, что попало. У меня постоянно высыпало прыщички, вот каждый день, один заживает, а другой вскакивает, да, и поэтому питание очень важно. Я не скажу, что я прям супер здорово питаюсь сейчас, да, там все самое здоровое, но я не ем, например, там гамбургеры там раз в неделю, да, то есть, ну, это стало настолько реже, я стараюсь есть дома, да, если я ем не дома, то это какие-то салатики, тоже какие-то, ну, такие вот блюда хорошие, не жирные, я готовлю все только на оливковом масле, я ем очень много фруктов, овощей, рыбу, жареное не ем, я все готовлю, например, в мультиварке, я сейчас жареное не ем, и, естественно, если вот фастфуды какие-то там и так далее, ну, я этого давно не ела, недавно только вот видео, если вы видели, там я ела картошечку фри, но это совсем чуть-чуть, я взяла детскую порцию и съела от нее половину, поэтому, ну, чуть-чуть можно. Вот. Но самое главное, начинайте все изнутри, посмотрите за своим питанием, это действительно работает. Что касается других уже вещей, если вскакивают прыщи, там, акне, как их модно называть, да, то я их никогда, ну, как бы, стараюсь не давить. Я их стараюсь подсушивать. Чем подсушивать? Ну, например, просто вот лосьоном огуречным, да, или календулой. Вообще надо протирать, да, утром, вечером протирайте на ночь лосьончиком лицо просто ваточкой. Ну, или другим каким-то там спиртовым раствором малопроцентным. Это хорошо подсушивает прыщички и все дела, которые у вас есть. Ну и так, начнем. Если я решила вдруг привести свое лицо в порядок, с чего я начинаю? Опять же, недавно, как я вам показывала по уходу за телом, мне нравится очень фирма Тиандэ. И там есть очень необыкновенный пилинг-гель. Он как бы такой химический немножечко, да, стоит он совсем недорого. Стоит он совсем недорого, но он потрясающий, правда. Он жиденький внутри, его, ну, наношу на лицо и начинаю растирать вот так вот. И прям вы увидите, как собираются такие вот катушки. Это такой верхний слой, который там может быть грязь, да, там жир какой-то или еще что-то. Прям вот так немножечко совсем трете, вы увидите. Потом это все смывается. Я пользуюсь вот такими вот, одна у меня в ванне, сюда возьму. Такими вот штучками, они очень удобненькие. Вот, я ими сразу убираю все. Дальше, после этого, я увлажняю кожу. Также в Тиандэ есть вот такие вот штучки. Это рыбки масляные. У них тоже очень интересный там состав. Они восстанавливают, восстанавливающая сыворотка такая. Они есть еще другого цвета. Ну, по-моему, вот эти вот мне посоветовала моя подружка. И после вот этой масочки как раз... Нет, нет, подождите, это потом... У них же там же в Тиандэ есть офигенская штука. Я уже ей пользуюсь, поэтому она у меня открытая. Масочка спа. Моделирующая маска. Вот Тиандэ. Ой, она вообще офигенская. Здесь порошок. Здесь порошок. Он разводится. То есть до густой сметаны. Немножечко насыпаю там в какую-нибудь чашечку маленькую или емкость с теплой жидкостью. И... размешиваю пальчиком, да, потом все это наношу, так приятненько, когда тепленькое все, наношу, значит, на лицо и жду. Со временем она все так стягивается, я прям чувствую, как я молодею на глазах. Потом все это смывается через какое-то время, опять же, пользуюсь этими подушечками, как следует смыть, потому что долго придется смывать просто руками. Затем я уже вытираю лицо и увлажняю вот такими рыбками.
Ну, одна рыбка на один раз. Открывается просто рыбочка и все. Пробовала я после этого наносить косметику, но лицо очень такое, знаете, оно прям вообще увлажненное, приувлажненное. Поэтому после них лучше косметику не наносить. Ее уже ничем как-то, она вся липкая какая-то. Не очень мне нравится этот момент. Это что касается... А, если вот, допустим, привести в порядок, там, ну, убрать волосики где-то у кого, где какие, я не знаю. Я пользуюсь вот такими вот восковыми полосочками для лица. Мне очень нравится. Я их, ну, не использую сразу всю полоску, потому что у меня мало совсем всего этого. Я вот так вот обрезаю, растираю между ладошек. И... Вот. Но делать это нужно очень аккуратно, потому что, например, если вы убираете волосы над верхней губой, можно поранить губу. То есть можно так выдрать очень сильно, что поранить, и она будет потом долго заживать. И поэтому в салонах, конечно, у них другие немножечко воски. Они тоже продаются, да, но это целое дело. Греть. Я вот это не люблю. Для меня вот такие простые вещи, как полоски, все намного быстрее. Это один комплекс у меня для лица, да. Второй комплекс для лица, ну, это просто, да, там какой-нибудь крем и какой-нибудь скрабик. Вот такой вот Евроше за 3 минуты скрабик. Какая-то брусника тут, по-моему, нарисована. Гранбери написано. Он стоит у меня просто в ванне, и так периодически я просто беру и делаю скрабик лица, а потом просто кремом. Совсем недавно я зашла в магазинчик, этот магазинчик, знаете, где Ашан на Ворошиловском, вот у нас есть. Я в том торговом центре, я имею в виду не в Ашане, а вот там на втором этаже, по-моему, есть белорусская косметика. Она тоже очень недорогая. Битекс. Вот, я попробовала, мне очень понравилось. У меня, конечно, сыворотка, которая омолаживает, я уже моложусь вовсю. Вот. Ну, это, конечно, выгляжу я так вот, не знаю, насколько, но говорят, всегда молодо, да. Не благодаря, конечно, этим косметикам всем. Просто гены, у меня мама очень молодая, красивая. Это, значит, сыворотка, я периодически наношу, либо смешиваю их вдвоем, это просто крем, тоже омолаживающий уже тут возраст. Везде возраст. Вот здесь, например, 35+. Да, я медленно схожу с ума. Дальше, там же в Тианде. Ну, я почему говорю об этой косметике много, о Тианде? Просто потому, что она недорогая и реально качественная. Ну, работает. И я много всего там у них взяла. Я хочу найти вообще этот сайт. Может, глядишь, буду заниматься этой косметикой. Просто хорошие вещи должны быть. Вот здесь, например, с золотом, по-моему. 24 карата. Маска для лица, маска для шеи, увлажняющая эмульсия. Но это для зрелой кожи после 35, не смейтесь надо мной. Вот такая вот. Тоже она стоила совсем недорого. С золотом еще масочки были. Вот такие вот совсем вообще копеечные. Ну, не знаю, ну по 50 рублей, может быть, по 80, по 100. Может, по 150. Я не помню, короче. Вот такие вот масочки. Тианде. То есть, ну, их периодически сделал скрабик, нанес масочку, потом увлажняющий крем. У меня еще были другие маски, но, к сожалению, ничего не осталось. Я даже не знала, что я буду снимать для вас. Ну, и еще очень интересная косметика, то, что мне мама советовала, и моя мама пользуется этим. Как-нибудь вы увидите мою маму красивую, да. Она, конечно, ухаживает за собой, молодец. Но у нее тоже гены. Мэри Кей. Мэри Кей мы пользовались до этого, но у них тоже комплекс из трех вещей. То есть сначала вы очищаете кожу, потом вы наносите там микрогранулы, алмазный такой скрабик у них. Вы наносите скрабик сначала этот, вот оно. Там прям вот мелко-мелко-мелко, нужно даже аккуратно, может для чувствительной кожи, может даже покраснение быть. Потом вы это все смываете и наносите вот такую вот сыворотку, которая закрывает поры. Потом увлажнение, точно так же у них есть увлажняющие. Неплохая косметика, но не дешевая. Поэтому я рекомендую Тианде. Мне она очень нравится. Я ей не занимаюсь, поэтому ее в интернете можно найти. Не знаю, кто ей занимается здесь, в Ростове. А вот что касается ухода. Кто-то пишет нам там. Вот что касается ухода за лицом. Будьте красивыми. Девочки, ухаживайте за собой, потому что, в первую очередь, здоровье, потом уже уход. Потому что это немаловажная вещь. Иногда вы нравитесь мальчикам, и они сами не знают почему. А просто потому что у вас здоровье изнутри, и все на лице. Лицо – это ваше вообще все. Поэтому плюс туда к «хочу быть стервой», к моему курсу. Вот, пожалуйста, это очень важно. Следите за этим. Напоминаю, что...
как только у меня будет подписчиков тысячекратное число, я буду делать каждый раз конкурсы. Вы очень быстро набираетесь, и я приветствую всех новых людей, которые у меня появились, которых до этого не было. Готовимся к конкурсу. Я пока придумываю. У меня есть, конечно, идеи очень интересные. Надеюсь, вам понравится. Несложные, чтобы это не было как-то сложно для вас, но чтобы каждый смог поучаствовать и что-то выиграть для себя. С вами была Селена Свей. Если мое видео было вам полезным, ставьте лайки. Те, кто еще не подписан, подписывайтесь. Будем играть, проводить конкурсы. И пока-пока!